Ольга прийшла сюди на праздники? Точно, Лол? Ну що ти тихо, 3-4? Взрослі не слышали, я совсем не слышала. А ну-ка ще раз, 3-4. Ну тогда сейчас хлопаем в ладошки и стучим своими ножками. Приветствуем нас громко-громко. Взрослые, не жалейте ладошки свои. Давайте, давайте, давайте. Вот это ты у нас красивая, громкая публика. А мы с вами начинаем. Здравствуйте, гости дорогие. Умеете здороваться? 3-4. Здравствуйте. Проходите. Свои уши навострите. Сегодня в нашем дворе праздник. Для начала хочу спросить. Вы пришли сюда на праздник? Да! А ребятишки, вы здесь? Да! Если здесь, кричите, мы здесь! Да! И машите ручками, все здесь помахали мне ручками, красивенько, молодцы! Мамы, папы, а вы здесь? Да! А ну-ка еще раз, мамы, папы, а вы здесь? Бабушки и дедушки здесь? Да! Ну хорошо, давайте теперь тогда будем знакомиться с вами. По моей команде все вместе одновременно кричите свое имя. 3-4! Да! А еще раз, еще раз, 3-4! Да! А еще громче, 3-4! Да! Отлично! Есть у нас наш цветущий дом и красивый двор. Все ребята в округе спешат лишь сюда. И всем мы вам рады и делишь нас таков. Вы к нам в гости приходите, да улыбку прихватите. Здесь улыбка как билет, без улыбки хода нет. Пам-пам, молодцы, еще раз. Ай-рам-пам-пам, ай-рам-пам-пам. И гули-гули-гули, рам-пам-пам. Ручки вверх. Олео, олео. Гули-гули-гули, рам-пам-пам. Еще раз. Олео, олео. Гули-гули-гули, рам-пам-пам. Ну что, а теперь давайте переложим ручки к соседу справа.
Встала, бэйблейду, бэйблейд, давай я у тебя буду. Давайте, значит, правую сторону все переложили и поехали. Айрам-пам-пам, айрам-пам-пам, гули-гули-гули, рам-пам-пам. Еще раз, айрам-пам-пам, айрам-пам-пам, гули-гули-гули, рам-пам-пам. Ручки, оли-у, оли-у, гули-гули-гули, рам-пам-пам, оли-у, оли-у, гули-гули-гули, рам-пам-пам. А теперь быстро на другую сторону, раз, вот и переложили ручки. Давайте, 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 перекладываемся на коленки. Айрам-пам-пам, айрам-пам-пам, гули-гули-гули, рам-пам-пам, айрам-пам-пам, айрам-пам-пам, гули-гули-гули, рам-пам-пам, ручки, оли-о, оли-о, гули-гули-гули, рам-пам-пам. Сейчас я буду вам говорить, а вы должны мне отвечать. Приготовились и поехали. С праздником двора поздравляем. 3-4. Да-да-да, молодцы. И, конечно же, желаем. Да-да-да, молодцы. Сильными быть, здоровыми и смелыми. Аккуратными и умелыми, да! Чтобы мамочки любили, да! Ремешком почаще били, да! Нет, ладно, ладно, чтоб конфетами кормили, да! Банан, банан, чищу банан, чищу банан, банан, дой, дой, наливай, дой, дой, наливай, я таю, пара-пара, я таю, пара-пара, банановый микс. Ребята, теперь активнее. Я-я-банан-банан. Чищу банан. Почистили. Чищу банан. Поехали. Дуем-дуем, наливаем. Дуем-дуем, наливаем. Я таю. Да. А тебе предлагаю сделать общую команду. Все положили друг другу ручки. Раз, два, три. И на 3-4. Самый дружный. Наш дворовой ура. 3-4. Ура! Ну что, скажите, пожалуйста. Дякую тобі, дівчинку, що мене полила. Тепер я така гарна. Квіти, квіти, чарівні квіти, великі і малі, ви вмієте душу зігріти, бо самі ви душа землі. Співають ранішні тумани, повітря дихає у вікні, а під вікном цвітуть тюльпани. Весняні квіти чарівні, я гордо голову тримаю і перед вітром не схиляю. Я жовтий є і полум'яний, іначе яблуко рум'яне. Тонеру, приготовились! 3-4! Сатиска! Кто-то тихий! 3-4! I've been dressing up for
Пудов эдакое, 5 или 6.
що колонки любиш? До наверху. Чекала тепер тебе, так? Поехали, слушаем. Глупцы, они забыли закон джунглей. Каждый сам за себя. Каждый сам за себя. Скажите, а с какого это мультика, кто знает? Можно мне? С Маугли. Кто смотрел Маугли? Я. Вот.
Право, три, право, 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 право. Молодцы, молодцы, молодцы. Раз, два, три, шторм, штормим. А теперь разворачиваемся, разобьем влево. Поехали влево. Раз, 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 два, три. И один раз, ручки вверх. Не, ну так что-то неинтересно, да? Вот как-то неинтересно. А давай им веселье. Вейп-вейп, а давай им веселье добавим. Какая же сейчас добавим. Многоквартирного дома и назвали его «Спортивная 5» по адресу нашего дома. Я вас всех поздравляю за трехлетний марафон. Сзади есть фотографии, которые показывают, сколько всего было пройдено за эти 3 года. Мне кажется, что за это время мы очень все сдружились, мы очень крепко узнали друг друга. У нас и субботники были, и каши были, и работа была, и еще есть работа впереди. Но все-таки управление домом своими руками – это все-таки то, что нужно нашему дому. Чтобы наш дом был красивый, чистый, теплый, чтобы в нем вовремя ремонтировались коммуникации, чтобы мы могли свои квартиры, которые нам принадлежат, оставить нашим детям в наследство, внукам, чтобы нашим наследникам было не стыдно жить в нашем доме. За 3 года стоимость наших квартир увеличилась на 20% по сравнению с теми домами, которые не ОСМД. Поэтому я вас всех поздравляю за то, что мы с вами увеличили стоимость своих квартир, улучшили условия своих жизней и стали примером для всей Терновки. А слово сейчас Оле Макроусовой, она тоже хочет сказать. Мы хотели бы отметить людей, которые принимают активное участие в жизни нашего дома. Свет. Вот прошел почтовый ящик,
газеты, писем нет. Этот праздник сегодня нам помогли организовать депутаты Тернопольского городского совета Азатула Виталий, Толпой Николай, Дубин Дмитрий, Чернецкая Ирина и многие другие, которые неравнодушны к тому, чтобы в городе нашем было больше ОСДВ. Это батут и красивая фотозона, и еще рамочку вы видите. Это все для нас, для того, чтобы нам поднять настроение и знать, что мы все одна семья. Где рождение справляют и навеки провожают, и навеки провожают всем двором. Мы хотим, чтобы ОСББ было в каждом доме в городе Тернополь, потому что ОСББ – это изменение мозгов, это изменение отношения к дому, это изменение отношения к городу и изменение отношения к стране. Все начинается с ОСББ. Будет ОСББ – будет Украина.